Какое там число сегодня? 23 июня. Сегодня день овода. Тут много овода и комаров. Мы тут уже хорошо расчистили весь берег. Благодатная работа. Мы тут прям славим Бога. Вот, прям поем аллилуйя. Вот. Все вычистили. Вот тут дрова лежали, все перенесли отсюда. Вот, брат, пытается тополь пилить. Видите, как старается. Невероятно. Вот такой он длины. Хочет отломить кусок, а другой кусок, что ли, уронить, потом вытащить его. А ты говоришь, плохая ножовка. А ты говоришь, ножовка для пластика. Эта ножовка можно дубы пилить. Вот Виталика портянки лежат. Топор. Вот. Все, сейчас я надо скидывать. Все. Вот такое озеро, оно уже не высохнет в этом году. Здесь ничего не будет. Может быть, и в следующем ничего не будет. Как хорошо, что тут это, клен попался. Ну что, сколько снимать еще? Пойду Виталика покажу вам. Вот тут осталось вот это дерево, по возможности, сколько можно сюда вытащить из воды. И все. А вон там, куда мы дрова перенесли все. Вручную несли. Как зэки. Вот сколько. Поменьше, побольше. Еще побольше. Сколько там дров. Вот канава. Чтобы вода стекала. Такие дела. У нас там что дальше? Лес. Дремучий лес. Вот Игнат Тихонович аж сюда вчера прошел зачем-то. Такое дерево поваленное от старости.
Еще. Вот стопка веток. Там брат трудится до сих пор, никак не справится. Ну чё, как успехи? Все. Аллилуйя.